Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Луза и Белая Холуница могут получить статус ТАСЭР. Такую работу сейчас ведет правительство региона. А пока территории опережающего социально-экономического развития являются только Вятские поляны. Инвесторы, которые будут там работать, смогут рассчитывать на льготы по федеральным и региональным налогам, а также по уплате взносов в страховые фонды. В качестве резидента ТАСЭР в регион планируют зайти инвесторы из Татарстана. Губернатор Игорь Васильев отмечает, что в соседней республике особо экономические зоны развиваются давно, но Кировская область предложила более выгодные условия. Программа «Экономика». Компания «Тека Интерпрайз» признана банкротом. Решение принял арбитражный суд Кировской области. В отношении предприятия на полгода открыта процедура конкурсного производства. В период наблюдения было установлено, что деятельность завода была убыточной, показатели ликвидности ниже нормативных, предприятие имеет слабую рентабельность. Долговые обязательства «Теки» на 150 миллионов превышают стоимость активов. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах конкурсного производства назначено на май. Процедура наблюдения на заводе была введена в октябре 2016 года. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Достоверность отчетности компаний-заемщиков теперь будут контролировать. Это предусматривает письмо, которое Банк России направил в налоговую службу. Банки смогут сверить документы, которые получили от компаний, с теми, которые предприниматели представили налоговикам. О новом механизме контроля рассказывает руководитель компании «Бухгалтер Я» Татьяна Максимчук. Чем все это грозит налогоплательщикам? Во-первых, банки получат доступ ко всей налоговой и бухгалтерской отчетности заемщика и будут сравнивать ее с теми данными, которые есть у них. Поэтому представить более ликвидную отчетность в банк уже не получится. Во-вторых, при обнаружении нестыковок в отчетности ФНС в споре с такими налогоплательщиками получит дополнительный довод в пользу его недобросовестности. Вполне возможно, что в процессе использования инструмента появятся еще какие-то последствия, которые пока предугадать сложно. Предполагается, что банки будут сверяться с налоговой только при наличии подозрений, что они получили недостоверную документацию, и при наличии согласия от налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными. Защитить ваш бизнес от неоправданных рисков помогут профессионалы. Звоните 46 42 81. Компания «Бухгалтер Я». Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 58,69, курс евро 69 рублей 63 копейки. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.